Здравствуйте, наши дорогие подписчики, люди, как мальчики, девочки, все, кто любит готовить, любит есть блины, мы сегодня для вас будем печь блины со своей внучкой. Вот, так, давай, вот у нас рецепт, вот здесь, значит, нам понадобится мука, вот сейчас Полина ее просеет. Вот я сюда 5 ложек. У нас будет двойной рецепт. Мы на мал блинов мы сделаем двойной. Значит, яйца у меня будет не 2, а 4. Так, сейчас мы их быстренько разобьем. Яичную скорлупу мы не выбрасываем, мы ее в грядке бережем. Так. Теперь мы, значит, венчиком взбиваем. Я беру ложку и кладу по рецепту 1 столовая ложка сахара. Так как 2 порции, я кладу 2 ложки сахара. Так, 1/3 ложки столовой соли. Я беру 2 раза по 1/3. Так. Соль мы убираем. Просеиваем муку? До конца, да. Так, значит, 2,5 стакана молока. Я уже вылила. Я разбавляю, погрела чайник с теплой водой. Не с горячей, так как молоко холодное. С теплой водой. Так, молоко. Нам уже стакан не нужен. И давай я что-то у Полины плохо у моей получается. Быстренько просеем. Вот такую кружку купили специально. То через сито сеяли. А вот теперь быстрее получается. Да, сейчас цивилизация. Мне нравится. Раньше такого не было. А сейчас вот. Ну-ка, кружка. Вот. Да, ее нужно как-то назад. Она там. Так, сейчас еще. Это мы 5 ложек, а нам нужно 10 ложек муки на 2 порции. Значит, сейчас мы еще 5 ложек, полных ложек муки. Надо с горкой. 2, 3, 4, 5. Так, давай еще просеем. Ой, я побыстрее. Ладно. А ты будешь сейчас, вот мы уже... Бежать нам. Сковородку купили, включили. Да, у нас уже, конечно, она старенькая, не реклама, а вот такая вот Тефаль. Специально блинница из 6 блинов. Очень нам нравится, удобно. Это соскочило с пружинки. А тут совсем? Да? Совсем. Ну, она уже все просеялась. Ну-ка, потом подремонтируем. Так, здесь у нас, значит... Постепенно добавляем. Ага. Добавляем. Теперь тесто у нас сейчас получится. Тут у нас молоко, яйца, соль, сахар, мука. Еще добавим растительного масла. А блинницу я уже маслечком смазала. Любит блины. Заново пошло. Так, сейчас мы вот так венчиком взобьем все хорошо. К этой блинице у нас есть специальный мерный половник. Я сочиняю. Да. Потом у нас есть специальная лопатка для блинницы. Эта блинница уже, наверное, Марин, тебе ровесница. Наша зависница оператору. Блинница куплена уже 30 с лишним лет назад. И до сих пор мы ей пользуемся. Вот. Сейчас мы будем печь блины. Давай маслечко. Мне кажется, тесто немножечко жидковато. Я добавлю еще ложку полной муки.
Это вы там уже посмотрите сами, как вам нравится. Если вы любите густые блины, то немножечко добавите, будет погуще. У меня будет такой средней густоты. Ну, конечно, вот муку просеяли, и тесто сразу наполнилось кислородом. Прям такие пузырьки. Вот вам муки не будем делать. Сейчас я еще добавлю вот эту. Ты выключила пока? Включила. Вот эту муку последнюю, что она не оставалась, добавлю. Все, это можешь выбросить. Да. Что, с пакетом выбросить? Да. Да. Да, да. Сейчас мы покажем, какие у нас блинчики. Тесто похоже на кожу, цвет кожи. Тесто? А потому что тут яйца, масло растительное. Ну да. Да, поэтому такое. Сколько ты добавляла? Масло вот 2-3 столовые ложки. Ну, бабушка делает постоянно, она добавляет уже на глаз. Она знает, сколько это. Да. Ложкой не мерила. Так, налила из бутылочки. Ну, все. Готово. Я думаю, что да, все готово. Сахар солью растворился. Яйца взбили. Да. Сейчас мы будем... Да. У нас прям все норма. Блинницу мы нагрели заранее. Она уже готова. Блинчики нам печь вкусненькие. Блинчики мы любим с вареньем, со сгущенкой, с медом, со сметаной. Кто как. Сейчас это можно уже убрать. Ну что, мы будем беседовать. Мы же вот уже на этом блине, который первый блин. Нет, он как-то. Он еще и не хочет у нас сниматься. Но он первый, поэтому комом. Да. Вот. Как шипит, пищит. Ой, а как пахнет печеные блина, они вкусно. Вот. Когда жидкость вся с поверхности впитается, тогда можно уже смело переворачивать. Конечно, это интересно. Да, плита у нас уже блинница старая, поэтому она сейчас... Ты как вкусно пахнет, готово. Она сейчас у нас... Ой, красивая, ажурная. Это я, наверное, мало промазываю эту конфорку. Угу. Красота. Вкусненько. Напечем блинов. Сразу 6 штук. Красотень. Это надо на масленицу блины снимать. Ну пусть тренируются. Вы тренируйтесь. Наши гости. Как будто у нас в гостях. Мы сейчас вас угостим всех. Не только покажем, но и накормим блинами. Тренируйтесь по этому рецепту, что-то доработаете, но мы по нему уже печем давно. Блинчики нам нравятся. Включено. Печем блины, первая партия уже готова. Будем вот, давай, Полин, снимай пробу. Дегустируй. Дегустируй, да, снимай пробу. С нашим вареньем. Да, варенье клубничное. Вырастили на даче, сварили варенье, кушаем. Очень вкусное. С красивыми ягодками. Вот какое варенье у нас красивое. Вон в банке. А вкусное? Давай, Полин, попробуй. Скажи нам, вкусно? Да. Ты не варенье, а ты блин пока сверни. И... Оно горячее. Горячий. Надо отдельно было на тарелочку положить один блинок, чтобы он быстренько остыл для тебя. Я попробую. Давайте я попробую. Ой, какой вкусный. Обалденный. Как у бабушки в деревне. Так что кто как хочет. Еще разливаем. Да. Продолжаем печь блины.
запекаем блинчики. И потом будем кушать. Вот, давай печку затопим. Давай печку затопим. Вот мы здесь сушим на печке. Ничего не выбрасываем. Корки, мандарины, бананы. Все у нас сохнет. Потом все в грядке. Или как удобрение, или как мульчать. Сейчас мы вам в процессе покажем. На улице мороз. А у нас красота. Блины. Печка. Тепло. Сейчас мы ее... Вот. Трубу открыли. Задвижки все открыли. И все. И пошло у нас дело. Вот не показала я вчера, что в этой печке очень удобно. Есть зольник. Зола в нее всыпается в дырочке. Мы ее выносим тоже в огород, в грядки. Очень хорошо. И почву раскисляем, и удобрение. И потом у нас все натуральное растет. Семья большая, детей много. Растим натуральные овощи. Экологически а чистые. Да. А глина не подгорели? Нет. Экологически чистые, правильно. Вот, сейчас она у нас разгорится, печечка. Потом мы убавим. Прикроем немножечко задвижки. И она будет потихонечку греть и тепло, и красоту нам давать. Главное тепло в эти холодные зимние вечера. Главное, я очки одела. Вот, а покажи, что у нас здесь и устома посеяна. В тепле стоит и под светом. Вот, посеяли, наложили снегом, ее заложили. Снег уже весь растаял, стянулся. Накрыли бахилом. Бахилом, да. Очень удобно с резиночкой. И пусть у нас сходит. Если взойдет, конечно, у нас семена с Алиэкспресс. Может быть, даже ненадежные. Взойдет, покажем. Как растет и цветет красиво. Первый раз мы сажали устому. Если не получится, значит, больше не будем на Алиэкспресс заказывать. Будем покупать в магазинах, в садовых центрах. Ой, Полинка, ты все скушала? Да, давайте еще. Давай, пожалуйста, кушай, поменяем. Тебе чайку налить? Да. Вот, хорошо. Ну, наверное, мы будем с тобой блины кушать, и чай пить, и греться около печечки. Покажи еще раз. И будем прощаться. Пусть они тоже, зрители, пекут блины. Греются у печечки. Друзья. Да. И до следующей встречи. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в гости. Будем еще снимать много всего интересного. Пока-пока.